Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Тема сегодняшней лекции – общественно-экономические формации. Те, кто присутствует в этой аудитории, занимаются проблемами истории. Правильно? Ну а как вот можно заниматься проблемами истории? Можно описывать всякие единичные факты. Описание единичных фактов является наукой или нет? Нет. Нет. Это есть жизнеописание. То есть наука начинает становиться историей тогда, когда она выясняет в каждом явлении его закон. А что такое закон? Закон, согласно диалектике, это спокойное в явлении. Вот то, что является устойчивым, повторяющимся, то, что есть в каждом явлении такого типа, вот это нужно распознавать, находить, исследовать. И если мы с таким подходом подойдем к исследованию истории стран мира, мы увидим, что стран у нас сотни. Сотни. Нельзя ли вот эти сотни стран свести нескольким типам, которые бы во многом бы отличались, конечно, но характеризовались бы тем, что у них одно и то же основание. Одно и то же основание и, следовательно, похожее основанное. Я должен сказать, что тот, кто читал или будет читать, или читает науку логики Гегеля, про которую Энгельс говорил, что это единственная компендия диалектики, а компендия – это кратчайший путь, прямая дорога. Но кто не хочет ходить болотами и, так сказать, не застревать в лесу, а кто выбирает кратчайший путь, тот знает, что есть три категории с похожим звучанием. Основа – это как некий фундамент, безразличная основа. На этой основе можно и это построить, то построить, и это создать, то создать. А вот когда мы говорим «основание» и «основанное», то основание – это то, что проявляется в основанном, а основанное – это то, что основано на этом основании. Так вот, если мы обратимся ко всему многообразию и разнообразию стран, которые имеются в современном мире и ранее имелись, и в прежние времена, то мы в каждую эпоху увидим, что у многих стран есть одна и та же экономическая основа. Вот эта экономическая основа нами уже с вами рассмотрена. Эта экономическая основа как называется? Способ производства. То есть мы не вообще говорим экономическое бытие, а мы его рассматриваем как способ производства с вами и знаем, что такое способ производства. И мы уже знаем, что способ производства определяет сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Вот это высказывание некоторые трактуют, причем, насколько я могу судить, а я могу судить не по занятиям только, и не по экзаменам, а и по разговорам с разными, так сказать, гражданами, которые этот вопрос затрагивают. Некоторые думают, что есть такое вот утверждение философское, что бытие определяет сознание. Нет такого научного утверждения. Нету. Бытие не определяет сознание. Есть другое утверждение, о котором мы говорили в самом начале наших лекций, что материя первична, а сознание вторично. А вот что определяет вас? То, что вы ели? Где вы живете? Что определяет вас? Нет. То, что вы есть, это хорошо, что вы есть. А вот что вас определяет? Чем определяется человек? У Маркса есть такая очень короткая работа, блестящая, в которой три странички. Находится она в третьем томе собрания сочинений Маркса и Энгельса. Тезисы о Фейербахе.
И вот там говорится о том, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Вот кто, каким является человеком, это определяется не только его бытием, это определяется и тем, кто на него повлиял, кто его воспитывал, с кем он встретился, что он читал и так далее. Если вот мы это не учтем с вами, мы не поймем, как вообще бывает такое в истории, что представители одного класса защищают, причем последовательно и неуклонно, интересы прямо противоположного класса. Имеем мы такие исторические примеры? Сколько угодно. Например, самый большой пример в этом отношении показала Россия. В России движение декабристов – это было движение кого? Дворян. За что? За освобождение крестьян, крепостных. Правда, были ехидные противники у декабристов, которые говорили, ну так вы своих освободите, крестьян. Нет, говорит, давайте все освободим. Вот всех мы готовы за то, чтобы всех крестьян освободить, даже умереть. И умерли вожди декабристов. А другие, то есть, поехали в Сибирь, и жены за ними поехали. То есть это был вообще подвиг представителей дворянского класса, наиболее просвещенных, наиболее прогрессивных, которые как бы видели, куда развивается история. Куда развивается история, и были выразителями не своих интересов, не интересам отживающего класса служили, а они уже служили интересам следующего класса, передового, который нарождался. Поэтому не надо, и мы не должны с вами ни в коем случае вульгаризировать вот те положения, о которых мы говорим. Еще раз повторяю, это представитель Соединенных Штатов Америки. Мы вас приветствуем в связи с тем, что вы участвовали в нашей совместной борьбе с фашизмом. И не приветствуем, что сейчас вы организовали фашизм на Украине. It's very bad. Why are you so late? Thank you. Итак, товарищи, есть тезис такой. Человек есть продукт обстоятельств воспитания. И мы и другие примеры назовем. Вот Энгельс. Папа кто у него был? Фабрикант. А папа, когда умер, Энгельс кем стал? Фабрикантом. Поэтому он помогал финансовым образом товарищу Марксу дописать «Капитал». Но когда Маркс умер, он за него доделал и издал второй и третий том «Капитала». Можно сказать так, что если бы не Энгельс, то второй и третий том «Капитала» не увидели бы жизнь. Или долго не увидели бы жизнь, по крайней мере. А какой тезис соответствует тому, о чем мы с вами говорим? Соответствует тому, что есть на самом деле, что общественное бытие определяет общественное сознание. И вот общественное бытие противоречиво, и столь же противоречиво, и общественное сознание. Но кто господствует в общественном бытии, тот в конечном счете, это не всякий раз, и не во всякой стране, и не всегда. Вот тот, в конечном счете, общественное бытие определяет общественное сознание. Кто господствует в общественном бытии, тот господствует в общественном сознании. И мысли, которые господствуют в обществе, это мысли господствующего класса. Мы об этом с вами уже говорили, и мы даже уже беремся с вами предсказать итоги следующих выборов в Государственную Думу, поскольку мы знаем, какой класс у нас господствует в экономике. Поэтому мы знаем, что представители этого класса получат и большинство мест в Государственной Думе. Поэтому волноваться надо, успокаивать представителей «Единой России», ЛДПР и КПРФ, что
чтобы они не волновались насчет того, будут ли они в Думе. Будут. Тем более, что каждая партия, которая сейчас находится в парламенте, получает от правящего класса, то есть от государства этого класса, что? 50 рублей за каждый голос, поданный за эту партию. Если, скажем, 1 000 000 голосов подано за партию, умножайте на 50 рублей. Сколько получается? 50 миллионов рублей. Очень даже и неплохо. Так вот, давайте пойдем дальше. Если у некоторых стран однотипный экономический базис, то есть однотипный способ производства, а экономическое бытие определяет общественное сознание, значит и сознание в соответствующих странах тоже имеет такой же тип. То есть в соответствующей стране, господствует тот класс, который господствует в экономике. То есть мы не просто должны туда ехать и спрашивать, и выяснять, и проводить опросы, как делают социологи. Это не те социологи, которые научные, а те, которые опрашивают. Что думают там 1000 человек, которые не думают, когда отвечают? И мы знаем, что один человек, который думает, ученый, может сделать более правильный вывод, чем 100 человек, которые являются обывателями. Поэтому мы, например, просто знаем, о чем думает большинство нашего населения, достаточно изучить программу нашего телевидения за месяц. И мы тогда скажем, какие идеи преобладают в сознании. Ну, какие передавали, такие и преобладают. Что тут такого нового, неизвестно. Поэтому, конечно, это скучнее становится наша жизнь при этом. Потому что мы слишком много начинаем знать. Но что поделать, как говорится, наука есть наука. А если общественное бытие определяет общественное сознание, то люди уже непосредственно, обладая с тем сознанием, которое у них есть, руководствуются уже сознанием своим, правильно? И действуют сознательно. Чем человек, самый плохой архитектор, говорил Маркс, отличается от самой плохой пчелы? Тем, что он сначала имеет то, что он строит в своей голове, а не руководствуется инстинктами. Есть по этому поводу даже такая притча, как люди спрашивают человека, который обтесывает камень. Что вы делаете? Он говорит, камень обтесывает. Идут дальше, второй такой же стоит, делает то же самое. Обтесывает камень. Его спрашивают, что вы делаете? Он говорит, строит дворец. Вот два разных человека, один строит дворец, они сейчас делают то же самое, обтесывают камень, но один именно обтесывает камень, а другой строит дворец, потому что у него этот дворец уже в голове есть. И, следовательно, раз люди руководствуются сознанием, делают сознательно все, то они ставят себе цели. И уже цель становится для них тем, что движет их действиями. Следовательно, они ставят те цели, которые вытекают уже из их сознания. Сознание вытекает из бытия, а цели вытекают из их сознания. Следовательно, и действие получается в обществе за пределами экономики. А что за пределами экономики? Какие отношения? Ну, прежде всего, политические. Мы еще не разбирая этот вопрос о политике, заранее можем сказать, что там за этими действиями. За этими действиями политические действия, за экономическими. И другие, кроме политических, правда? Можно так сказать, экономические и социальные отношения? Нет. Чего-то торопитесь-то. Наши американские друзья считают, что надо так говорить, яблоки и фрукты. А наши русские товарищи говорят, яблоки и другие фрукты. Видите разницу, нет? Экономические – это главные социальные отношения. Социальные – это общественные. Экономические отношения – это же общественные отношения. Это не отношения станка со станком. Да? А это отношения людей, связанные с производством материальных благ. Те объективные отношения, в которые люди вступают, чтобы производить материальные блага. Так поэтому
Вот если мы возьмем другие общественные отношения, которые не являются экономическими, то они в силу определяющей роли общественного бытия, способа производства, определяются вот этими экономическими отношениями. То есть все другие как бы находятся в этом магнитном поле. А магнитным является общественное бытие. Отсюда вытекает такой вывод, что надо бы рассмотреть, обобщить вот эти все страны и общества, взяв такую категорию, которая берет экономическое бытие, политическую и идеологическую настройку. Идеологическая настройка – это, собственно говоря, общественное сознание, а политическая настройка – это то, что происходит помимо сферы экономических отношений, помимо сферы производства. Не все исчерпывается производством, правда, в обществе? Вот поэтому, если мы возьмем такое обобщение, то мы получим категорию, которая называется общественно-экономическая формация. Общественно-экономическая формация означает такое рассмотрение общества, когда мы отвлекаемся от всего другого. А в обществе, если мы не будем отвлекаться, мы вообще никак не пройдем вперед ни к какому исследованию. Мы ведь сначала с вами вообще говорили только о бытии, и ничего себя чувствовали легко и хорошо, правда? И о ничто еще легче чувствовали себя вроде. Хотя ничто богаче, чем чистое бытие, правда? Оно включает в себя и бытие, становление и так далее. И вот сейчас мы подошли к категории очень содержательной общественно-экономической формации, категории, которая является основным инструментом исторических исследований, но которая тоже не охватывает всего богатства составляющих исторического процесса. Правильно? И это и не надо. Потому что мы постепенно идем и получаем все более и более и более богатую картину. В отличие от художников, которые сразу стремятся создать образ. Поэтому у них целая палитра всего, и у них образ всегда неповторим, эта картина никогда не повторяется, и художник этот никогда не повторяется. А если он все время повторяется, то он не художник, а он просто делает, так сказать, повторы со своих картин, а это уже называется как? А? Нет. Ну, если мы воспроизводим, печатаем снимки этих картин, это что? А? Ну да. То есть категория общественно-экономической формации – это такая категория, которая фиксирует, отражает важнейшее и повторяющееся в обществе, но которое не исчерпывает все богатство социального содержания. Вот так можно сказать. А что именно отражает категория общественно-экономической формации? Взаимоотношения экономического базиса с политической и идеологической надстройкой. Вот что отражает категория общественно-экономической формации. Взаимоотношения экономического базиса и способа производства с политической и идеологической надстройкой. И тогда мы получаем, что 5 способом производства, которые мы с вами обнаружили, соответствует 5 общественно-экономических формаций. 5. А именно, первобытно-общинная коммунистическая формация – раз. Первобытно-общинная коммунистическая общественно-экономическая формация – раз. Рабовладельческая общественно-экономическая формация – 2. Я думаю, они услышат, и, может быть, закрой дверь. Феодальная общественно-экономическая формация – 3. Буржуазная или капиталистическая общественно-экономическая формация – 4. И вышедшая из капитализма
Снова коммунистическая общественно-экономическая формация 5. Причем я уже раньше говорил, когда речь шла о способе производства, а сейчас хочу снова это повторить. Это вот, так как бы, пятичленное историческое деление всего процесса. Но при таком пятичленном делении кажется, что будет еще 7-я, 6-я, 9-я, 10-я. Все спрашивают, что будет после этого. Спрашивают, потому что не усматривают в этом триаду диалектическую. В чем состоит диалектическая триада? В том, что сначала был общество было устроено как первобытный коммунизм, да? Первобытная общинная коммунистическая формация. Потом произошло отрицание коммунизма, это рабовладение, феодализм, капитализм, это можно считать одной большой формацией, основанной на частной собственности, а не на общественной. И потом снова отрицание этой частной собственности или самоотрицание, поскольку сам капитализм порождает а. общественный характер производства и б. своего могильщика пролетариат. И вот именно тот социализм, то есть то учение, которое увидело в рабочем классе ту материальную силу, которая уничтожает капитализм и создает коммунизм, и называется научным социализмом. А социализмов ненаучных не с числа. Не с числа. Тот, кто хочет познакомиться с ненаучными социализмами, лучший способ открыть коммунистический манифест Маркса и Энгельса, там они все разобраны. Потому что раньше, исторически так сложилось, под социализмом понималось любое отрицание капитализма. Ну а кто не отрицает капитализм? Кому нравится капитализм? Никому не нравится. Как выясняется, не нравится. Не нравится прежде всего феодалам. Потому что их капитализм выгоняет, все отбирает. Поэтому феодалам, крестьян у них забирает, крепостных. Им придется самим работать или, значит, заниматься презренным делом торговлей, или еще, не дай бог, предпринимательством они этого не хотят делать, они от этого отучены всей своей жизнью. Поэтому они относятся негативно к капитализму. Вот это негативное отношение к капитализму называется со стороны феодалов феодальный, реакционный феодальный социализм. Мы против капитализма. Почему? А потому что мы за феодализм. Следующий класс, который очень активно выступает против капитализма и придет даже на террор, убивает вождей капиталистических или прочих. Это кто такой? Что за класс? Это мелкая буржуазия. А почему? Ну, мы с вами знаем, что такое мелкая буржуазия. Все знают, что такое мелкая буржуазия. Кто-нибудь громко может сказать, что такое мелкая буржуазия? Что? Это вы не громко говорите, я громче говорю. Кто из нас моложе, вы или я? Я же без микрофона говорю. А вы что такое? Вы что, старый, что ли? Вот даете. А, вы из Америки, извините, да. А у нас страна большая, нам если тихо говоришь, не достучишься. Не дали вы определение. Не дали вы определение. Но вы в Америке не знаете. Не знает в Америке определение мелкой буржуазии. Значит, мелкий буржуа, и это не маленький буржуй, вот что надо запомнить. Мелкий буржуа, это трудящийся, но трудящийся с помощью своих средств производства. Не наемный работник и не предприниматель, который, так сказать, нанял других и становится капиталистом, потому что он живет чужим трудом. А, так сказать, как часто говорят, самозанятые, как будто мы вот не сами заняты, вы как будто не, а я их вас, что ли, занимаю сейчас, а вы сами не занимаетесь? Я думаю, что вы тоже занимаетесь. Вообще, говорят, человек учится, а не просто его учат, поэтому как-то так странно вдруг кого-то выделять и говорить, что он самозанятый. Это чтобы красивее было. Но я красиво так не буду говорить, я буду давать определение мелкого буржуа. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть не патриархальный какой-то хозяин, который производит там огурчики, помидорчики, картошечку
и потом картошечку сварит, огурчики у него посолены, да еще грибочки у него есть, и прекрасно кушает. Он не мелкий буржуа, потому что он для себя это все делает и не выносит на рынок. А вот если он выносит на рынок, то для кого то, что он выносит на рынок, потребительная стоимость? Для него или для того, кому он продает? Кому продает? Вот для вас. На тебе, Боже, что нам не гоже, так сказать. Я вам продаю, ну и поэтому сначала я очень хорошее продаю, а потом я могу уже лишь бы сбыть, лишь бы получить деньги от вас. Не важно, что я делаю, важно, что я за это буду иметь. Правильно? С точки зрения мелкого буржуа. Если этот товар не идет, значит, надо другой. Цветы, если не идут, значит, кур надо разводить. Куры, если дохнут, уток. Утки дохнут, свиней. Свиней нет. Голландские будем какие-нибудь продукты делать. Перевозить будем. Не важно, что мы будем делать. Важно, что мы за это будем получать. К чему стремится к мелкий буржуа? Мелкий буржуа стремится к обогащению, к тому, чтобы стать настоящим хозяином. К чему стремится мелкий хозяйчик? К тому, чтобы стать крупным хозяином буржуа в буржуазном обществе, правильно? Что является мерилом богатства в буржуазном обществе? Ну вот, стать настоящим капиталистом, чтобы на тебя другие работали, а ты чтобы мог... Садись. А что вы показываете? Если бы у вас корабль был, как у Абрамовича, тогда да. А что у вас? Ничего нет. Есть корабль, да? Маленький такой. Бумажный корабль. Ну, маленький корабль. Так. А в то же время это трудящийся. Поэтому природа мелкого буржуа, она двойственна. С одной стороны, он трудящийся, а с другой стороны, цель его производства толкает его к тому, чтобы становиться капиталистом. Ну и какова судьба этих мелких буржуа? И это вот тот подлинный средний класс, потому что он между буржуазией и рабочим классом, между молотом и наковальней. Ну кто наковальня здесь? Наверное, рабочий класс. И вот, так сказать, из этой мелкой буржуазии, ну если есть, ну это максимально там, так сказать, там 5-10% может стать буржуа, да и 10 не может стать. То есть основная масса мелких буржуа всю жизнь живет, так сказать, наполовину впроголодь, никак не может выбиться из бедности, работает по 12 и по 13 часов. У них же нет никакого запрета на работу. Они сами на себя же работают. А раз сами на себя, кто им может сказать, ну хватит, иди домой. Он и старается. Посмотрите, что делали мелкие буржуа в этом центре «Адмирал» в Казани, который горел. Это ужас. Люди кидались в огонь, чтобы спасти свой товар. Не думали, как свою жизнь спасти, как... Не думали, что у них есть дети, что у них есть семья, а думали, вот обезумевший мелкий буржуа кидается в огонь, потому что горит что? То, что он собирался продать. Вот то, что он собирался продать, это святое. Святое – это вот продать, получить деньги. Все остальное собираются наказывать тех, кто вооруженным путем не оградил, так сказать, этот горящий адмирал от мелких буржуа, те, которые там торговали, которые кидались и сгорали там, как бабочки, в огромном количестве, десятки сгорело их, тогда как они были, так сказать, снаружи, не внутри, они туда бросились, все это обрушилось, это страшное дело. Ну, такова природа мелких буржуа. И, наконец, мы знаем, есть класс тех людей, которые живут за счет наемного труда рабочих, получают прибавочную стоимость. Они являются господствующим классом в буржуазном обществе. Они являются господствующим классом в буржуазном обществе. И к чему стремится это, к чему идет это буржуазное общество? Идет к тому, что кризис заставляет, конкуренция заставляет бороться за свое существование каждого капиталиста. А конкуренция и к чему ведет? Ну, к тому, что один побеждает другого. Правильно? Вот если я сторонник конкуренции, последовательно, то я должен быть сторонником того, что вот если вот выиграл он в нашей борьбе конкурентной, ну, значит, он меня съел. Меня нет, остался он. А если я выиграл, ну, дорогой товарищ, как вы понимаете, теперь я буду цены устанавливать.
То есть конкуренция к чему ведет? Она ведет к тому, что в каждой отрасли не знаю, некоторое количество, очень малое количество фирм капиталистов захватывает господство, которые не могут остановить никакие, так сказать, специальные организации по борьбе с монополизацией и так далее. Ну как вы думаете, борются с монополизацией в мире? Вот у нас борются, у нас есть специальные учреждения, которые борются. В Америке есть, ну и как побороли они? Ну как они могут побороть монополии? Кто самый сильный в капиталистической общественной экономической формации? Монополии или... Они же победили. Как же их вы собираетесь победить, если они победили своих конкурентов? Поэтому монополии остановить нельзя, и дело идет к чему? К созданию единой монополии, про которую Ленин говорил так. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. А мелкие буржуа? Мелкие буржуа, они выступают против капитализма, потому что капитализм их разоряет, превращает в рабочих. Они вышли из народа уже. Они не хотят быть простыми наемными рабочими, они хотят быть хозяевами настоящими. И получается с ними то же самое, как в той сказке про старуху и старика, которые и золотую рыбку. Сначала захотела быть, получить другое корыто, потом стать столбовой дворянкой, потом царицей, и потом захотела стать владычицей морской, а в итоге оказалась на берегу моря, и рядом с ней разбитое корыто. И вот мелкие буржуа в своей борьбе с монополиями, с капитализмом, они оказываются у разбитого корыта. Поэтому они враги этого самого капитализма, противники. Но их социализм тоже реакционный. Потому что идет развитие капитализма. Надо идти вперед, а они идут назад. Ну теперь давайте возьмем капиталистов. Вы знаете хоть одного капиталиста, которому бы нравился такое капиталистическое общество, в котором он живет? Они им никому это не нравится, тот капитализм, в котором живет. Говорит, налоги слишком большие. Так? Слишком много ограничений. Вот нельзя продавать подсолнечное масло, в котором бы не было подсолнечного масла. Нельзя продавать мясо, в котором бы не было мяса. Ограничивают колбасу тем, чтобы хоть какое-то количество мяса там было. То есть просто совершенно стеснена вся, так сказать, деятельность. Но несмотря на это, в результате там серьезной борьбы почти половина уже молочного жира в наших продуктах в России заменена на пальмовое масло, масло ши и рапсовое масло. Вы будете покупать рапсовое масло вместо подсолнечного? Ни за что. А вам зато положат его во все конфеты, печенье. Вот у кого есть глаза, и кто может мелкое читать, а мелко пишет, чтобы вы не прочитали. Или чтобы не прочитали люди, так сказать, старшего поколения, которые пусть думают, что их угощают. Но я вот близорукий был всю жизнь и в очках ходил. Поэтому я читаю тоже. Как прочитаю, люди уже перестают есть. Что там только они положены. А еще не будем говорить о том, что это то, что написано. А то, что написано, совсем не обязательно соответствует тому, что на самом деле есть. Рассказывают, что на некоторые предприятия, которые производят колбасу, никогда не завозят мясо. И чем отличается дорогая колбаса от дешевой? Дольше идет процесс подкрашивания и снабжения разрыхлителями, усилителями вкуса, запаха и так далее. А не оторваться будет. Вот, скажем, пойдите узнайте рецепт пепси-колы и кока-колы. Вам никто не скажет. Хотя кола, наверное, вам о чем-то говорит. Кола – это что? Да, это же наркотический кустарник. Пьешь – и больше хочется. Вам хочется, а у нас прибыль больше. А почему он такой сладкий? А потому что если сладкий, то вы не напьетесь, и еще пойдете пить. И еще получим мы прибыль. Короче говоря, получается так, как, скажем, если те, кто производит кока-колу, это певцы, то вам песню строить, нам жить помогает. Пейте, пейте.
пользоваться, а мы будем пользоваться. А вы вот почитайте, вот есть две очень широко распространенные воды. Значит, Бонаква и Аква Минерале. Как вы думаете, кто их производит? Бонаква производит Кока-Кола. Бонаква — это вообще на каком языке? Вот вы как иностранец-то можете сказать? На каком языке Бонаква? Это по-вашему или по-французски? По-французски. По-французски, да. А почему это вы по-французски пишете в России? А потому что она никакая не Бо. А почему она никакая не Бо? А вы почитайте, что написано. Очищенная вода централизованного источника водоснабжения. Это что такое, централизованный источник водоснабжения? Да ладно, антрадианская сваж, это не централизованный источник водоснабжения. Централизованный источник – это водопровод. Да. Да-да, водопровод. Но бывает и артезианский, это редко попадает. Когда пишут артезианская скважина, а вот когда написано, почитайте. А вот вы возьмите продукт пепси-колы, опять же, ваш продукт. Вот он тут, знак обозначен. Да? Там написано, очищенная вода муниципального источника водоснабжения. А это что? Опять водопровод. А где завод Кока-Кола, знаете, находится? Нет? Ну, маленький такой заводик по пути вот в аэропорт. Едешь с левой стороны. А что там? Концентрат привезли, воду набрали, насыпали. Вот вам и вперед. И прибыль пошла. Нам помогают. России помогают. Таких санкций не вводят, чтобы не продавать Кока-Колу и Пепси-Колу. И не ведут. Так. Нету, короче говоря, таких капиталистов, которым бы нравилось правительство, законы, нормы, установки. Нету таких капиталистов. Они все противники этого капитализма, который есть за другой. Поэтому у них, ну не сказать, что реакционные. Почему? Одни вот такие изменения позитивные предлагают, другие негативные. Но они тоже отрицают то, что есть тот капитализм, который есть. Раз отрицают, то раньше отрицанием капитализма называлось социализмом. Но были люди, и они всегда есть, которые мечтают. Не думают о том, как получить больше денег, кого ободрать, а думают о том, как устроить всем прекрасную жизнь. Были такие люди и раньше. Томас Мор написал роман «Утопия». И вот их поэтому таких людей называют социалисты-утописты. И самый известный из них – это Сен-Симон, Фурье и Оуэн. А он вообще экономически к этому делу подходил. Он фабрику содержал, фабрикантом был, хотел наладить в одной отдельно взятой фабрике коммунизм. Не получилось. Потому что это вот и есть утопия, думать, что можно в отдельно взятом каком-то экономическом ареале устроить другой общественный строй. Фурье очень, так сказать, великолепные, так сказать, мысли излагал, и догадки у него есть такие, которые подтвердились. И Сен-Симон, очень образованный человек, очень интересные вещи написал о том, каким надо рассматривать будущее общества, но к этому обществу надо прийти. Он думал, что у него все хорошо, все разработано, надо только деньги. А деньги где взять? Вот он поэтому он ждал, что раз он так все разработал и рассказал, что придут люди из богатых и дадут ему деньги на реализацию этих вещей. То есть, грубо говоря, выражаясь нынешним языком, он ждал спонсора. Каждый день в 12 часов сидел дома и ждал, что придет спонсор. Вот вы каждый день попробуете сидеть, может быть, и придет. Но вот ему не удалось дождаться этого спонсора, так что ничего из этого не вышло. Поэтому, так сказать, вот это все относится к сфере идеологии, мечтания. Это уже не буржуазная идеология, но это
и не идеология рабочего класса. Это тоже больше похоже на мечтания мелкого буржуа. Ничего у него не получается, никакого он выхода не видит, тогда он начинает мечтать. И вот он придумывает себе такие картины будущей жизни. Ну и, наконец, тут вот Маркс и Энгельс со своим, так сказать, научным подходом, скучным, которые сказали, что надо взять, просто показать ту силу, которая этот строй уничтожает, а к новому приводит. И этой силой является рабочий класс. И вот это учение, поэтому и называется научным социализмом. Учение, как учение. А социализмом называется не учение теперь, а социализмом называется... Что называется социализмом теперь? Формация. Да, но формация только на том ее этапе. Какая? Во-первых, коммунистическая формация. На том этапе ее развития, когда еще следы выхождения из капитализма не изжиты. То есть это первая ступень, или первая стадия, или первая фаза коммунизма. Вот что такое социализм, как он определяется в теории научного социализма. Об этом Маркс писал в «Критике Готской программы», об этом у Ленина написано в «Государстве революции». И это вот там написано и разжевано так, что, казалось бы, и дураки должны это понимать. Но такие бывают дураки, что как и не разжевывай, они все равно это понять не могут. Причем могут быть дураки высокопоставленные или не просто дураки. Сейчас, одиночку. Евгений Владимирович, у меня лекция, но я вас поздравляю с наступающим праздником и жду тезисов. Я понял. Хорошо, спасибо. Ну, жду. До свидания. Прошу прощения. И вот, если вы возьмете недавнюю историю сравнительно, ну такую, которая, так сказать, связана, так сказать, с той жизнью, в которой вы не жили, но с той жизнью, в которой я уже был, это был 1861 год. В 1861 году на 22-м съезде выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев с докладом о программе партии, и там подверг полной ревизии всю теорию ленинизма, которая до этого была, и марксизма. А ленинизм – это марксизм современный. Что государство – общенародное, партия – общенародная, диктатура пролетариата изжила себя, и что через цель производства надо, которая была в программе партии. И очень красиво звучало, и которые разрабатывали Ленин вместе с Плехановым еще на первом съезде, и которая во второй программе была записана, обеспечение полного благосостояния, полного, не то, что у вас горчица есть, мяса нет, мяса есть, горчицы нет. Ну, как-то полное надо. Или физическое было бы, и умственное благосостояние, и образование бы было, и медицина бы была, полное благосостояние, то есть все условия для развития. И свободное, и всестороннее развитие кого? Некоторые говорят, личности. И начинают искать ту личность, которая будет развиваться. Если так ставить вопрос, то можно сказать, что что у нас в коммунизм уже заходит. По одному и в разное время. Абрамович уже зашел. Так вот, в цели было записано обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех. Все это выбрасывается. И вместо этого пишется удовлетворение растущих материально-духовных потребностей людей. Пьете? Пейте. Все более полно. Наркотики курите? Курите. Все более полно. И так далее. В филармонию не ходите и не ходите, я буду ходить, у меня есть потребность, у вас нет. Не обязательно всем развиваться, я буду развиваться, а вы можете и деградировать. Чем больше будет народ деградировать, тем легче этим народам помыкать. Так? Поэтому вот такая штука произошла
Ну и самое-то интересное, что на этом съезде Никита Сергеевич объявил, что через 10 лет будет коммунизм. Первая фаза. А еще через 10 лет, то есть через 20, будет вторая фаза. Полный коммунизм. Ну, вторая фаза, это уже, так сказать, вот разговор о ней, это, о сроках, это, так сказать, это историческая глупость, потому что вот вы, как историки, можете привести пример, когда кто-нибудь заранее сказал, какого числа начнется война? Или какого числа будет революция? А вот Никита Сергеевич точно знал. Вот кто был большой ученый у нас в истории. А вот в первой фазе он просто очень сильно прокололся, потому что он же слыл верный ленинец. Вот вы, конечно, не смотрели фильм «Верный ленинец», а я смотрел. В кинотеатре «Глобус» в Парке Победы, который был рядом там с тем домом, где я жил, на Московском проспекте. И вот там он верным ленинцем. Именно в это время было издано полное собрание сочинений Ленина. И он слыл, так сказать, ленинцем. Правда, в этом собрании сочинений не было, например, замечания Ленина на экономику переходного периода Бухарина, где говорилось, что при капитализме производится товар у Бухарина, а при социализме продукт. А Ленин пишет, нет, надо не так, надо написать, при социализме продукт, идущий в потребление не через рынок. Ну, раз не через рынок, убрать. Не печатать это в полном собрании сочинений. Поэтому кто-то, кто знает, какие еще вещи убраны. Например, есть такая книга, называется «Конспект Ленин. Конспект переписки Маркса и Энгельса». Издана Институтом марксизма и ленинизма при ЦК КПСС. Это важно или не важно для товарища историки? Конспект переписки, ленинский конспект переписки, произведений переписки Маркса и Энгельса. Кстати, вся переписка вращается вокруг диалектики Гегеля и применения ее для решения социальных задач. Его нет в полном собрании сочинений. А что является на самом деле полным собранием сочинений? Ленинские сборники, которые по мере накопления материала, вот они их есть. Вот, скажем, замечание Ленина на экономику переходного периода имеется, например, в 11-м и 40-м ленинском сборнике. Они имеются, но кто пользуется сборниками? Так, наверное, вы и пользуетесь сборниками. А люди берут сочинение, думают, оно полное же. Ну, раз полное. Раз сказано, что полное, значит, полное. А что, чему учит диалектика? Если говорят полное, значит, не полное. Зачем же это они это говорят полное? Чтобы люди думали, что оно полное. Хотя, как вы понимаете, все время люди разыскивают новые документы. И вообще, говорят, претендовать, так сказать, на полноту очень сложно. А когда построен был коммунизм в СССР? Мы это уже с вами обсуждали. Когда установилась общественная собственность на все решающие основные средства производства. А когда она установилась, общественная собственность? Когда вот эти две формы общественной собственности сформировались и в городе, государственная собственность на средства производства. И в деревне была государственная собственность, машино-тракторные станции – или МТС, в честь которых, видимо, назвали одну телефонную компанию. У меня вот на этом самом телефоне сразу две сим-карты. Одна мегафон, это как бы большой такой, который громко, мегафон, большой звук. И МТС, память о машино-тракторных станциях. Это нас связывает с историей. А еще в деревне была кооперативная форма общественной собственности, которая могла быть формой общественной собственности благодаря наличию МТС и благодаря решающим позициям государства во всей экономике, государственной собственности. А государственная собственность почему могла быть формой общественной собственности? Только потому, что рабочий класс, как передовой класс, выражал интересы и рабочего класса, и крестьянства, и интеллигенции, и всех слоев. Трудящихся, конечно, слоев, не паразитов. Поэтому государственная собственность государства рабочего класса является формой общественной. А государственная собственность в рамках капитализма – это что? Это частная собственность класса капиталистов. Поэтому не всякая государственная собственность так прямо и общественная. Вот у вас она, у вас, вот в вашей стране, она не общественная. Да. Thank you.
Да какая у вас демократия? Когда у нас в России крепостное право отменили в 61-м году, а у вас рабство отменили только в 62-м. Вы знаете, нет? Нас-то не обманешь. В 1862 году рабство отменили. Это ужас вообще. И эти вы собираетесь нас учить демократии. Окститесь, молодой человек. Это было давно, но правда, говорят историки. А те, которые еще не выросли в историке, а находятся в процессе становления, они говорят неправду за теми, кто не историки, повторяю. Почему экономическую новость Центробанка России снизил ключевую ставку на 1,5%? О, сильная держава. 12,5. А сегодня в российской газете прогноз, что, возможно, до 12 снизит. Потому что уже ни один человек не выступает за то, чтобы такая была ставка большая. Уже всем ясно. Когда всем стало ясно, то стало ясно и специалистам, что надо снижать. То есть они тормозили это дело до тех пор, пока... Пока не всем стало ясно. Потому что когда уже стало все разваливаться, и в экономике задушили все предприятия, ну, и не только предприятия, ну, и тех, кто хочет построить, так сказать, жилье себе. Ну, это же немыслимая такая ставка. Вот в этой стране, там ставка. 1,5. 1,5%. Там это прогрессивная вещь. А не какие-нибудь 12,5. Вот. А мы лучшие должны, и всегда брали из Америки. К нам из Америки инженеры прибегали, приезжали, чтобы помочь нам построить Днепрогресс. Так? Они помогли нам построить первый трактор «Фордзон». «Фордзон» — это не по-русски. Так что мы не забываем о помощи наших товарищей. Я сам построил. Да. Спасибо. Мы благодарны. И надеемся, что наши отношения будут поддерживаться и сохраняться. Тем более на фоне общей победы против над фашизмом. Так. То есть у нас в СССР коммунизм, а именно коммунизм в первой фазе, был построен в середине 30-х годов. А товарищ Хрущев, хотя он нам и не товарищ, на 22-м съезде в 1961 году рассуждает о том, что еще через 10 лет будет коммунизм. Армянское радио и то давно уже ждало, знало, что коммунизм построен. Потому что когда ее спрашивают, когда будет коммунизм, армянское радио отвечало, при коммунизме уже жили. Но вы-то не жили, я-то жил. Вот я учился ровно, непрерывно 19 лет. 11 лет в школе, потом 5 лет в ВУЗе. Нас еще не обрезали тогда до этих, до бакалавров. И 3 года в аспирантуре, 19 лет. И ни копейки денег ни за что не заплатил. Ну, а о медицине тем более не было речи. Ну и жилье давали, так сказать, бесплатно. Как показывают нынешние расчеты, то, что раньше распределялось через общественные фонды, на это нынешним гражданам нужно тратить 56% своих доходов. Ну это понятно, если жилье туда попадает, это безразмерно. Ну а медицина, если у вас насморк, конечно, это вполне переваримо с нашими доходами. Ну если у вас что-то серьезное. Хороший был человек. Если деньги не найдете. Вот. Чем можно себя успокоить? Что умер молодым. Вот. Меня запомнят старым, у вас молодым. Если хорошо, движение целое можно организовать, умереть молодым. Которая альтернатива это коммерческой медицине. Вон, Борис Николаевич, он же уменьшил количество лет, которые мужчины жили. Вот они теперь живут 59 лет, и проблему пенсионную ты решил. Какая проблема теперь? Нету такой проблемы. Ну, для женщин остается, конечно. А для мужчин такой проблемы нет. Они говорят, вы как хотите, там софинансирование, там пенсии, то, все. А они молчат. Молчуны, так и называют. А почему молчат? А что говорить? Их не интересует, какая будет там пенсия, это к ним-то не имеет никакого отношения. Нет, ну отдельные люди заскакивают за это. Величину. И живут не 59 лет, а и 60, и некоторые 70 живут.
Поэтому один мой товарищ рассказывал мне, он заходил в поликлинику, говорит, пропустите меня, я аксакал. Я говорю, какой ты аксакал? Как какой? Говорит, я уже должен был умереть, а я еще живу. И его пропустили. За юмор, наверное. Вот это факт исторический. Более того, не просто Никита Сергеевич Хрущев выступил с закладом. Судя по стенограмме, а у меня дома есть стенограмма 22-го съезда, единогласно проголосовали. Поэтому я вот перед экзаменами, которые мне придется у вас принимать, я содрогаюсь, потому что, ну, я думаю, что вот до такой степени незнания этого материала, как у делегатов 22-го съезда, я тут, думаю, все-таки не смогу обнаружить. Как бы вы ни старались плохо сдавать, на фоне того, что единогласно голосуют люди за то, что является искажением, так сказать, фундаментальных основ вообще исторической науки, но я думаю, я такого даже предполагать не могу на историческом, так сказать, факультете или в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета. Но на всякий случай я это напоминаю, потому что что его знает, не будут ли люди это повторять. И сейчас и не сейчас и есть люди, которые это повторяют, эту чепуху. Я должен сказать, что не просто повторяют, а ведь если бы это кончилось 22-м съездом, а еще была концепция развитого социализма, это вроде так тоже по ведомству социализма идет. Что это такое за концепция? Самое интересное, что авторство ее не установлено. Ну как бы, если какую-нибудь вы гадость сделали, вы бы здесь не сидели, а сделали и убежали бы. Вот так с этой концепцией развитого социализма. Кто автор? Вот слышали, что такая концепция была? При Брежневе, начиная, и с ней КПСС умерла. На устах у нее была концепция развитого социализма. Новое слово в науке. В какой науке? Кто это слово сказал? Как говорится, это съезд сказал. Ну, как-то странно вообще. Вообще-то, как нам начали объяснять тогда, что съезды разрабатывают теорию. Представляете, весь съезд сидит и разрабатывает теорию. Давайте мы сделаем общую статью, вот все. Сядем, возьмем один большой лист и будем все сразу. Как-то надо сделать, чтобы держать одну руку. А в чем был смысл концепции развитого социализма? В демонстрации этой безграмотности, в непонимании того, что такое социализм. Социализм – это не развитый, не спелый, не зрелый коммунизм. Или, другими словами, коммунизм, но еще не освободившийся от родимых пятен капитализма. Каких? Классы еще полностью не уничтожены, потому что есть неравенство между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Есть распределение по труду, которое применяет одинаковый масштаб к различным людям. У одних людей больше детей, у других меньше детей. Большая семья, тут маленькая семья, а зарплата одинаковая, потому что она по труду. А применение одинакового масштаба к различным людям называется буржуазным правом, характеризует буржуазное право, потому что ему безразлично, так сказать, вот. Если, так сказать, работал, столько заработал, получи, и все, нас ничего не касается. В государстве революции, а раньше у Ленина, а раньше у Маркса в критике Готской программы написано «Справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое». Вот когда люди сейчас выступают при буржуазном строе, говорят, это несправедливо. Дорогой товарищ, ну о чем ты говоришь? И при социализме это несправедливо. А сейчас какую справедливость ты хочешь найти? Какая может быть справедливость? Вот мы любим Валентину Ивановну, она с губернатором была, а у нее 160 миллионов за 14 год доход. Ну, вы рады? Я рад, например, что ей так хорошо теперь живется. Ну, хоть не все попали в коммунизм, но хоть некоторые люди уже попали. А она ведь не самая доходная там из тех, кто у нас на самом верху. У нас она только на четвертом месте, а на первом, и втором, и третьем люди стоят, у которых и больше 200 миллионов доход за один год. Я думаю, они на стройке, наверное, работали и носилки носили, потому что откуда такие деньги большие? Народ говорит, что
от трудов праведных не доживешь палат каменных. Наверное, народ ошибается. Надо просто знать, где сидеть. И это не коррупционеры, это легальные, законные доходы. В этом-то и смысл капитализма, что законно можно получать гораздо больше, чем обычные трудящие. Законно. Вот иногда говорят, что это грабеж про капиталистов. И даже целая теория была. Прудон написал книгу «Философия нищеты», в которой доказывал, что собственность – это кража. Воруют, так сказать, капиталисты воруют у рабочих. А Маркс написал противоположную книгу «Нищета философии», которая говорит, что вот Прудон, в соответствии с тем, что в разных странах вот по-разному разные ветви науки об обществе развиваются. Например, во Франции больше развиты, так сказать, всякие социалистические учения, общественные, а меньше, ну, больше экономическое, меньше философское. А в Германии философия больше развита, чем, скажем, экономика. А вот Прудона поэтому немцы считали плохим философом и хорошим экономистом, а французы считали плохим экономистом и, наверное, хорошим философом. А он не был ни тем, ни другим. Ни хорошим экономистом, ни хорошим философом. Потому что собственность не кража. А совершенно на законном основании, при капитализме, рабочие продают свою рабочую силу, свободно продают. Их никто не заставляет продавать. Можете и не продавать. Примерно так. Вас ведь тоже никто не заставляет вот экзамены сдавать. Можете и не приходить на экзамен. Просто там не будет никакой положительной оценки, будет неявка, вас отчислят. Вы полностью свободны. Так и рабочие тоже, они полностью свободны. Не хочешь – не приходи. Он пускай погуляет около завода, подумает еще, когда есть захочет, придет. А может и не приходить. Поэтому собственность не кража, это систематическое, законное. По законам экономическим даже, не только каким-то там юридическим законам. Изъятие части труда. Причем на основе товарного, законов товарного хозяйства. Все по стоимости. Вы же продали свою рабочую силу мне? Продали. А теперь я ее использую, а у нее потребительная стоимость, у вашей рабочей силы, создавать большую стоимость, чем я вам заплатил, чем стоит ваша рабочая сила. Вот и все. Поэтому я же организовал производство. Не вы же организовали производство, я же организовал. Раз я организовал, мне. Все остальное, результаты использования вашей рабочей силы. А вы получили по-честному. Вот как мы договаривались, сколько я вам заплачу, я вам столько и заплатил. И это, кстати, вот даже на космодроме Восточной не платят. Ездит там Рогозин, и там все привлекает, то одних привлечет к уголовной, помогает. Сам не может непосредственно, наверное, следственных работников с собой захватил, прокуроров. И вот они, значит, пытаются этих посадить, тех посадить, потому что не строят космодром Восток. А почему не строят? Потому что 3 месяца зарплату не платят. Одни, значит, задолжали 14 миллионов, другие 140 миллионов рабочим задолжали. И это не где-нибудь, не на строительстве, ну, там какого-нибудь развлекательного центра. На строительстве космодрома, который должен заменить вот тот, для нас, тот Байконур, который на территории другой страны. И который не было бы северным, откуда сложнее запускать, делать запуски, а который достаточно близко расположен к экватору. Все, так сказать, под угрозой выполнения всех планов, так сказать, постройки этого космодрома. Как вы понимаете, он носит и оборонное значение, естественно. Каждый с каждого космодрома запускает не только спутники, которые определяют погоду, но и спутники, которые забирают, скажем, спутники другие могут забрать с той орбиты, которые, на которой они находятся. Разные бывают спутники. Ну вот, так что вот этот вопрос, который мы с вами обсуждаем о формациях, он очень, так сказать, горячим является вопросом, он позволяет разобраться в таких вещах, которые у нас в стране происходили. Поэтому человек, который это знает, что такое социализм, что это низшая фаза коммунизма, он никогда такую глупость, как развитой социализм, не воспримет. А ведь воспринимали же и большинство. И агитируют, давайте будем писать в условиях развитого социализма.
Ну, если он разовьется, так он будет уже полный коммунизм. А был неполный, был неразвитый, стал развитый. А стал развитый, значит, полный коммунизм. Нет, у них получалось, что он развитый, но не коммунизм вообще. Но то, что он не коммунизм, подтвердилось. Не все подтвердилось, а то, что не коммунизм, подтвердилось. Вот в связи с тем, что мы с вами рассмотрели, что получается, если мы поставим вопрос, а к какой стране, какой формации относится та или иная страна, то мы вместо этого бесконечного многообразия самых разных стран, которых, так сказать, непонятно как классифицировать, мы сразу получаем очень узкое, ограниченное количество типов стран, которые характеризуются одним и тем же общественно-экономическим строем. Скажем, была эпоха, когда преобладали страны, в которых первобытно общинный коммунизм был. Потом была эпоха, когда преобладало рабовладение. Затем, когда преобладал феодализм. Сейчас есть хоть в одной стране феодализм? В Сомали. А? В Сомали. Ну, вообще, почему вы думаете, что в Сомали феодализм? А? Там все такое рассыпалось, там может быть... Какие иностранные монополии хозяйничают в Сомали? Можете ответить на этот вопрос? Ну, так если это там хозяйничают капиталистические монополии, какой там, извините, феодализм? Если вы берете только надстройку, это правильно будет взять? Если я буду брать только надстройку, не беря базис. Если базис, вот скажем, в Ливии, который правил Каддафи, там было бесплатное образование, там была бесплатная медицина. Там молодым людям, так сказать, вот они выходят замуж или женятся, им предоставляют квартиру. И тем самым они всю витрину, так сказать, западного мира портили, налетели, прилетели и все поправили. Теперь оттуда, чуть ли не вплавь, отправляются до итальянских берегов. Люди тонут сотнями. 700 человек недавно погибло. Затонул корабль, который оттуда пришел. Кто этот отправил в это плавание? Вот вы отправили вот, вот с этой вашей шляпой. Между прочим, кто налетал на Ливию, кто там устроил уничтожение ливийского государства? И еще в компанию там набрали, и Италия предоставляла вам место, и Канада участвовала со своими самолетами, и Великобритания, и так далее. Не, вы лично, не, вы молодцы, у вас, если вы покажете руки, там красного нету, ничего. Просто разорвали этого Каддафи, ваши люди. По вашему заданию, а вы нет, вы никакого отношения к этому не имеете, понятное дело. То есть нету там ни в одной стране, даже там, где есть царство и королевство, что там есть? Ну вот, например, как называется нынешняя Англия? Полное название знаете? Соединенное королевство. Соединенное королевство чего? Вот, совершенно правильно, товарищ знает. Соединенное королевство. Королевство. Великобритания и Северная Ирландия. Прямо хочется в это королевство поехать. Правда ведь хочется в королевство поехать. Поэтому наши богатые люди в это королевство и едут. Вот туда поехал Березовский. И в этом королевстве то ли сам повесил на шарфе, то ли повесили его на шарфе. Потому что денег у него много было. А деньги всем нужны. Да, и другие там жертвы есть. В этом королевстве. Всяко бывает. А чем хорошее королевство? Что король или королева? Какую роль играет? Культурную. Это музей. У нас какой-то скучный музей. Придешь там в Эрмитаж, вот их гуляют, одеты там Петра Первого люди. Ну, это какие-то такие самопальные. А там же это государственная, вот, утвержденная королева. Она как бы глава государства, поэтому без нее ну, ничего не может сделать премьер-министр. Кроме того, что она пишет тронную речь и сам же и зачитает. А так она все решает. И все решает. И кто глава там государства фактически? Ну, понятно, что премьер-министр. А номинальный королева. Королеву мы очень уважаем. Мы уважаем Екатерину. Она у нас не номинально была царица. Ну, а они, у них Екатерины нет, они хоть такое сделали себе, и вот
приятно же, смотрят, как там ее охраняют, какие у нее одежды, какие у нее проблемы, как они, какое образование у родственников этой королевы. Это же очень интересно. Я вот всячески это поддерживаю. Мы до этого, конечно, нам далеко. Взяли и прогнали царя. Ну что это такое? А можно было этого царя вот держать бы ее там в клетке в этом, в Эрмитаже. Лучше не в клетке, в золотой. Ну как бы наоборот, ему комнату выделить. Но она же на самом деле в клетке. То есть она ничего не может делать, кроме того, что ей скажут. Она же подневольная там королева. Ну и так бы у нас был Николашка бы, а потом еще кто-нибудь был, какой-нибудь новый Петр. Или какой-нибудь Александр новый, и так бы все продолжалось, оттуда бы строй менялся один, другой, третий, а король бы все был, или царь. Красота. А в Бельгии что, нет царя? Есть. А еще вы знаете, где есть? Много же есть где? Арабские Эмираты, там и миры есть, а? Саудовская Аравия. Вот, Саудовская Аравия, вот. Там тоже есть король. Красота. А какая там экономика-то? Сырьевая. Что здесь сырьевая? Ну кто добывает сою? Король добывает? Или капиталистические монополии добывает? Добывает? Не знаю, кто добывает, но король там есть. Сказать вам, кто добывает? Капиталистические монополии добывает. Базис там. Во всех этих странах, где короли и цари, во всех этих странах на сегодняшний день хозяйничают крупные монополии. На каком мы находимся этапе развития капитализма? Капитализм свободной конкуренции давно нас покинул, и мы сейчас живем в эпоху империализма, то есть господства монополий. Весь мир разделен этими монополиями, и ведется борьба за его передел. И Африка вся, она и так-то разрисована. Вы себе карту возьмете Африки, обратите внимание, какие там прямые линии. Она была разделена, так сказать, еще колониальными державами. Ну, дескать, давайте как, это вот мне, это вам. Это как тортик нарезано. А? Как тортик нарезано. Ну, а сейчас более сложно. Сейчас можно это все сдвигать, передвигать, границы туда-сюда. Кстати, это мне напоминает, как математики решили проблему ловли льва в пустыне, не знаете? Нет. Ну, очень просто. Они взяли вот Африку всю и разделили проволочным забором с севера на юг пополам. Лев или тут, или тут. Или западнее, или восточнее этой границы. Ну вот они решили где. Вот тогда ее горизонтально вот так раз. И он или севернее, или южнее. Ну вот он уже локализован. Теперь опять делим пополам, потом так пополам. И вот наконец он в клетке. Ну, правда, проволоки много, или если делаете из прутьев таких металлических, тоже много металла пойдет. Но это не было в условиях задачи. Важно было его в клетку. Так. А вот это все теперь понятно, что надо брать базис и настройку вместе. Тогда понятно, какая это формация. А если мы только будем смотреть на верхушки, кто там король или царь, то мы можем попасть в просак. Потому что на самом деле формация давно уже капиталистическая, как в Англии. Это крупнейшая империалистическая держава. Крупнейшая. Ну, там королевство. А НАТО где помещается? В Бельгии, где тоже есть король. Что там важнее, так сказать, штаб НАТО или король? Ну, ясное дело, что по сравнению с тем влиянием, которое имеет штаб НАТО, влияние короля... Как где-то еще есть королевы, иногда встречаются с ними наш Владимир Владимирович. Я уже даже забываю как-то. Но поскольку они никакой роли не играют, поэтому как-то так это не запоминается. Даже, а? Вот, в Непале, да, есть, вот. А? О, в Японии же есть король, вот. Вот, видите как. Император есть в Японии. Правда, в империи нет, а император есть. У нас даже лучше есть. У нас есть и губернии нет, а мэры есть. Причем у нас был мэр, как говорит Собчак, первый мэр, а потом появились губернаторы. Ну как у нас, так здорово. У нас мы тоже не лакомшиты. Так,
А что, у нас сейчас институт философии, а не факультет исторический. И у вас не факультет исторический, а институт истории. Да. Вот так. Мы знаем наших. У нас теперь не деканы, а директора. Вот они вот теперь... Вот вольница закончилась. Смотрите, вот давайте экзамен, а то вот директор теперь не потерпит. Он уже вот уже принял меры, похоже. Он. Не зря вот вакцинацию вам проводили. Верно. Мне даже сказали, отменяется ваша лекция. Будем вакцинировать тех, кто не ходит на занятия. И поэтому никто не пойдет на ваши занятия, будем вакцинировать. По крайней мере, эти вот целый день, четверг. Так. И вот есть сложности другие, не связанные с этим, вот с этими внешней этой картиной такой, которая не соответствует существу дела. А вот бывают ситуации запутанные на самом деле. Вот смотрите, возьмем нашу историю, она нам ближе, ваша нам дальше. Нашу историю, Россию. Какая экономика была в конце 19 века в России? Капиталистическая или феодальная? Капиталистическая, это все знают. Скажем, если брать такой труд очень серьезный, экономический, у Ленина есть, развитие капитализма в России, ну, там систематически доказано на огромном материале статистическом, причем материале земских переписей, то есть прекрасная была статистика земская. Доказано, что капитализм господствует в России. Так, в экономике. А надстройка? Феодальная. Какой строй? Как вот страну считать? Феодальной или капиталистической? Вопрос. И вот это продолжалось, такая картина, до февральской революции 17-го года. Вот в феврале 17-го года. Именно потому, что вся экономика была уже буржуазной и господствовал уже по существу буржуазный класс, это вот и превращение надстройки в буржуазную было очень мирным и тихим. Пришли к царю и сказали, слушай, Коля, ну, ты же понимаешь, ты не прав. Он говорит, ну ладно, я Мише передам. Пришли к Мише, Миша, тебе зачем царство? Зачем тебе царство? Да мне-то это и не зачем. Ну и ладно. И это отрекся. И все. Не, ну там какие-то были жертвы тоже, вот, только не на этом уровне. Что-то там шумели. По крайней мере, жертв было больше, чем в октябре 17-го года. Там вообще жертв почти не было. Хорошо. И вот установилось, наконец, хорошо. И базис экономический, капиталистический, и настройка капиталистическая. И с февраля по октябрь очень легко сдавать, и экзамен сдавать очень легко. Вот базис, настройка, красота. Вот в соответствии прямо с теорией экономической формации, экономический базис, и ему соответствует соответствующая политическая надстройка. А вот до февральской революции ерунда какая-то получилась. Экономический базис, он решающий, он определяет надстройку. Смотрим на надстройку, а надстройка это феодальная. То есть отсюда и вывод, что надо запомнить еще одно слово. В конечном итоге решающий. Не сразу это получается. Вот уже экономический базис стал, а надстройка все такая. И как определить? По какому критерию, куда относить страну? Это нам важно, правда, как историкам? По тому, какой класс у власти. Пока феодалы были у власти, 100 раз у вас капиталистическая экономика, а власть наша, значит, это феодальная страна. И как только вот власть стала буржуазной, вот уже эта страна буржуазная. И вот эта буржуазная страна дожила до октября 17-го года. Там опять какая-то каша нам неудобная. Почему? Власть стала диктатурой рабочего класса после 7 ноября, 25 октября. И вот картина опять какая-то безобразная. Значит, экономический базис какой? Капиталистический. Там в декабре 17-го года какая экономика? Капиталистическая. А почему это и не соответствует? Надстройка. Вроде по теории, даже я, который тут рассказываю, по теории должно быть, что вот какой базис, такая и настройка. Но это в конечном итоге. А как это сделать в конечном итоге? Или базис переделает настройку, или настройка переделает базис. А настройка от базиса оторвана или не оторвана? Вот дело в том, что настройка от базиса не оторвана. Дело в том, что рабочий класс
Он же классом был где? В политике или в экономике? Прежде всего в экономике он был. Его интересы, как класса буржуазной экономики, состояли в том, чтобы уничтожить буржуазную экономику. Поэтому, когда мы говорим, что экономика решающая, так надо видеть, что решающий в конкретном выражении являются интересы того класса, который восходящим является благодаря этой самой экономике. Он, кто вообще дисциплинировал рабочий класс? Что, вот Ленин, что ли? Капитализм его дисциплинировал. Организовал кто рабочий класс? Капитализм? Нет, ну Ленин помогал. Большевики помогали. Но вообще-то, кто организовывает своего могильщика? Буржуазия. Вообще-то буржуазия организовала это буржуазное производство, вот поэтому за нее и обидно. Она все организовывала, а вот и организовал тот класс, который выступил ее могильщиком. Даже жалко мне становится буржуазии, хочется заплакать. Вам не хочется заплакать, нет? Да не плачьте, она пришла снова к власти, все нормально, все спокойно. Не расстраивайтесь, все хорошо сейчас. Все вернулось назад. Это же история. Бывает вперед, бывает назад. В истории это не вам не тротуар Невского проспекта. Это известно, что история, она очень сложная наука. Это вам не философия. Итак, что получилось? Получилось, что страна по виду социалистическая, и так и называются эти страны. Социалистические – это кто такие? Что за страны? Где установлена власть рабочего класса? А построен там социализм? Нет. Вот сейчас соцстран тоже можно насчитать много. Смотрите, КНР – социалистическая страна? Социалистическая. Социализм построен? Нет. Теперь КНДР – социалистическая страна? А? Там точно построен. Там точно построен социализм. Ну, с родимыми пятнами капитализма. Что вас удивляет? Я не очень понимаю. Все выражено то, что вы хотели сказать. Прямо по Марксу. С родимыми пятнами капитализма. Я там был, там хорошо. Я 2 недели там был, в 92-м году. Проехал всю страну. Даже в Панмунджоме был, где переговоры должны идти между Кореей, которая, между прочим, находится в состоянии войны с 17 государствами во главе США. Говорят, а что они так себя ведут? А вот вы бы воевали бы с 17 государствами, посмотрел бы, как вы бы себя вели, которые вас хотят превратить в ничто. Говорит, а что это у них ядерное оружие? А чтобы и не съели их. Вот если бы у вас было ядерное оружие, как бы вы смотрели, как я у вас экзамен принимал? Сказать, Михайлович, давайте вот поставим нормальную оценку и все. Что тут? Понятное дело. Мне даже показывали в окуляры, там, значит, пересечен Корейский полуостров стеной. Тут говорят, вот, большое событие, там Берлинская стена пала. А Корейская стена? 250 вот, километров. Стена. 250 километров. Высотой 5 метров, пологая в сторону Южного Вьетнама, потому что южнокорейцы с американцами с вами, это ваше все дело. Вы там все разбомбили, все в Северной Корее. Все было лично. Но наши корейские летчики и Ван сбивали по 5 американских самолетов. И китайские добровольцы помогали корейцам. И трудно различить китайцев и корейцев. Трудно. Такая большая была там война. Теперь мы берем еще социалистические страны. Вьетнам. Там немало людей есть, Вьетнам. Причем Вьетнам победил Соединенные Штаты Америки. Вот если Корея, так сказать, что победила, так они остались в том положении, в котором началась война с того, что вот было. Разделена страна и осталась разделенной. А Вьетнам победил США. Ну, там помогали, конечно, наши тоже. Вот у нас комплексы были. Был такой Миша Ширяев с экономического факультета. Мы вместе в аспирантуре были. Вот они занимались. Приехали туда через территорию Китая. И вот, так сказать, вот так примерно, как здесь вот этих ламп, там было самолетов в небе. Ведь никто же не воевал с этими самолетами. И вдруг прилетели наши. Привезли комплексы в ПВО. И как вот выстрелят в тучу самолетов, сразу 5 самолетов падает. А по инструкции, которые американцы, вот вы, дотошный народ, все знаете, по инструкции теперь второе нельзя заряжать. Надо второй раз выстрелить и потом уже ставить снова ракету. Но у нас так не делали. У нас сделали по-русски, сразу ставят
снова ракета. Потому что если второй раз выстрелишь, потом ты не можешь стрелять. Прилетает, бомбят, и ничего не остается. Поэтому прилетает снова бомбить, думает, что раз два выстрела было, сейчас все хорошо. И опять раз оттуда вылетает. И вот рассказывал Миша Ширяев, был он в Канаде. На встрече с ветеранами. Ветераны Вьетнамской войны встречались. Ну, вот объявляет, вот один ветеран американский, второй, третий. Потом он с орденом Красной Звезды говорит, это вот ветеран Вьетнамской войны из СССР. И такие грустные стали все эти ветераны те, потому что они знают, что столько нащелкали этих самых летчиков, наши товарищи там. Ну, там были и китайские добровольцы. Тоже были, помогали во Вьетнаме. Короче говоря, там теперь Социалистическая Республика Вьетнам, и вся южная часть освобождена, как раньше от французов, теперь от американцев. От французов и американцев освободили. Вам спасибо. Ну зачем вы эти французы? Вы сами могли командовать этим Южным Вьетнамом. Ну и от вас освободили тоже. Там порядка 90 миллионов человек. Там вообще на том краю много народу. Потому что 1,3 миллиарда – это Китай. Где-то под 70, наверное, КНДР. Значит, под 90 миллионов Вьетнам. Вьетнам сейчас он не входит в таможенный союз, но хочет единый рынок у нас был, чтобы. И вот наш буржуазный премьер встречается с первым, с генеральным секретарем Компартии Вьетнама, и они мило беседуют, как наладить, так сказать, единый рынок. Это очень забавная, конечно, картина, очень интересная. Ну, там еще есть Лаос социалистический. А вот на Кубе был построен социализм? Вот вы что знаете. На Кубе был построен социализм или нет? Не понятно. Ну вот, ну что ты? Я к вам обращаюсь. Что тогда вы тут выступали? Я думал, что вы так все знаете. Нет, про Корею точно знаю. А? Про Корею точно знаю. А, то есть вы специалист по Корее, понял. Понял. Вот по Америке специалист, вы по Корее. А кто специалист по Кубе? Нету? А, вот! Вот! Боже, специально. Вот, вот это. Молодец, слушай, вот выкрутился, хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, когда там вот взяли 1 миллион человек из числа рабочих, перевели в самозанятые. Это кто такие самозанятые-то? Мы сегодня разбирали это. Во, значит, тогда Куба перешла из социализма, построенного, куда? Обратно в переходный период от капитализма к социализму. Поэтому эта страна социалистическая, в которой социализм был построен, а потом сейчас уже опять не построен. Ушла назад. Поэтому вот надо различать. Страны социалистические, их сравнительно много. А вот построенный, чтобы был социализм, осталась вот одна только Корея. И та не вам не во всем нравится. Но там, между прочим, в центре Пхеньяна стоит гостиница 103 этажа. На один этаж больше, чем Empire State Building. А? Она не достроена, но на выше, чем достроенный Empire State Building. Там нет бомжей, там нет нищих, там очень чисто и красиво. Это страна утренней свежести. И едят все. В том числе и правда, господа. Нет. Не едят. Нет, капуста. Это вам рассказал вот этот товарищ. Я там был. Ездили, меня возили на Мерседесе, и, как главой делегации, и еще был второй Мерседес. И я объехал всю Корею. И был даже в горах Кенгам. Мне там сказали, давайте еще останемся, мы встречу вам организуем с секретарем ЦК Компартии, Трудовой партии Кореи. Я сказал, вы знаете что, я, конечно, с удовольствием бы остался, но меня уволят из университета. Поскольку я туда улетел по приглашению и задержался там чуть-чуть многовато. Но я привез водку со змеей и вазу, такую красивую, что никаких проблем у меня не было. На границе тоже? Что делать? Контрабанда? Нет, это подарок был. Подарок. Вам просто завидно, что у меня такие подарки. Я побывал в стране социализма, а вы не были. Водородную бомбу мне не показывали, и ракеты не показывали. Тогда еще у нас не было людей вооруженных, не стояли, а там стояли, около архитектурного института стоят с ружьем. А тут меня однажды, мы со своим товарищем,
тоже доктором наук, только экономически. Мы ехали, нас 5 раз остановили люди в касках с автоматами. Один раз его спрашивали, а у вас оружие есть? Он говорит, нет. Потом второй раз, нет, нет. А потом меня вдруг решили спрашивать, что это, наверное, он у меня шофер, а я, значит, видимо, хозяин. Спрашивают, что оружие есть? Я говорю, не знаю. Они так удивились, так это все это обыскали. Потом отпустили. Думаю, там сейчас на следующем повороте остановят, там могут вывести ведь и все, и в расход пустить. Кто его знает? Сейчас же всяк может быть. И скажет, была попытка к бегству. Так что картина очень похожая и все. Там ничего такого особенно нового там вы не увидите. Но в этом смысле, в смысле, так сказать, того, как там развивается образование и как там развивается, так сказать, как он заботится о детстве, как там снабжают жильем, конечно, там большие преимущества по сравнению с тем, что у нас есть. А в центре Пхеньяна так огромный роддом. И с полудрагоценными камнями вымощено, так сказать, пол, куда входишь. И люди спрашивают, а чего это такое? Говорит, как, говорит, чего? А куда, говорит, полудрагоценный камень? Тут же мать, ребенок. И вот приходят папочки, не орут, как у нас. А там у них цветной телевизор, так сказать, трубка, и он видит свою, так сказать, дочку или сына, и свою жену, и они там мирно разговаривают. И человек в 16 лет получает целую машину того, что ему нужно для жизни. И всем обеспечен. Так что нищих там нет, ни одного. Еще ли налоги не платят? А? Еще ли налоги не платят? Это я не знаю. То я понял, что вы специалист по Корее уже. Вы уже меня. Я-то просто там, я не специалист, я просто там побывал, вот 2 недели посмотрел. И поскольку я сам посмотрел, то я в эти сказки, которые там рассказывают, то, чего ест. Но то, что там едят, так сказать, перловец, там, например, которых я ловил в заливе, я тоже из чувства пролетарского интернационализма съел одну перловицу, но больше не захотел. Но мясом нас кормили. На жаровне, очень вкусным. Не надо про траву. Так, время неумолимо. Сейчас вы скажете, что я нарушаю Трудовой кодекс России. Я знаю вас, сейчас все хорошо, а потом скажете, а вот вы нарушаете сами. Так что мы должны лекцию закончить и через 10 минут начать другую лекцию под названием «Государство». А там уже не пошутишь.